не лето уже. Что он с тобой бороться будет за счет ловкости. Назад бежи, Жень, загонишь себя. Спокойнее можно. Вот такая. Я? Да, хорошо, Жень. Можно еще один. Я? Очень хорошо. Спасибо. Да, Тамерлан, и сейчас. Нет, вперед, ключ. Да, Маска, еще сильнее. Хотите вот прям на линию мяч туда, чтобы мяч да. На линию шел. Чтобы ускорился. Дай туда ему. О, сильнее, в меня пускай бежит. Хорош, Валентин. Супер. Арсен, сильнее, пускай бежит. Супер. Хорош, Валентин, хорош. Хорош. Искариня. Хорош, Тамерлан. Да, Силя, умница. Хорош! Можно менять, да! Спокойно! Хорош! Хорош! Тут же забрал. Он же далеко не отлетел. И нападающий бежал. Заряжай. Землю, Илюш.
подземного хотел. Паузу где? Все, просто гимнастика. Сейчас они придут уже. Через 6 минут они закончат. Пока 1-0 поиграл. Уступили. Знаешь, не игры. За нашу команду. Конечно, это вообще просто афера века. Без свистка. Вот здесь упал руками на мяч. Еще никто не свист. Нарушение. Понял. Ты знаешь, что это за человек? Человек говорит, опа. Если вас навозил, вы ищите в себе причину, а не судей. Давай, лечи на кувров. Давай. Здорово. Спокойно. Последняя, да, и ушли. Сейчас снимаю. Ну, Евгений, мальчик? Да не снимай, но блядь, а мальчик. Вот, все, потрать, понятно. Ты хоть один-то забей. Сейчас не важно. Куда у нас следующая с вами игра? Давай. Я что-то не договариваюсь. Просто договариваюсь. Все. Пропусти!
три бочки. У нас одна горячая и две холодные. Не, у нас прям старая, что-то спало. Методы восстановления Павла Дурова? Да нет, Луиса. Методы Луиса. А для чего это? Ну хорошо, чтобы переварить нагрузку, помочь организму восстановиться. А какой распорядок, сколько нужно сидеть? Три раза две минуты в ледяной воде и чередовать с горячей. По две минуты. Какая температура? Не знаю, тут прям ледяная, попробуй. Не знаю, там, наверное, градусов 25. Так горячая? Да, да. Ты сколько уже сидишь? Да, я только зашел. Минуту, наверное.